сегодня в ЖК Тургеневский квартал строительная компания «Гамма» проводит елку для детей. Сейчас мы там на ней побываем, на этой елке. Итак, мы в Тургеневском квартале, и там вы уже слышите, как идет елка, праздник для детей. Шире круг, дети сейчас падают, дети падают в подарки. Молодец, держи. Друзья мои, совсем сейчас я растаю. Задавили меня. Давайте как-нибудь чуть-чуть не местечко оставим, а ты совсем не провернулся. А родителям все равно вообще ноль эмоций. Как тебя зовут? Лерочка, рассказывай. Нет, ей далась, ей дала... Итак, дорогие родители, давайте... Вот такой праздник. Сейчас идет раздача подарков. Идет она, конечно, очень живо и бурно, потому что всем хочется получить. Я уже вижу, что некоторые просто дедушки ничего не рассказали, никого ни стишка не сплясали, ничего. И выходят уже с подарками. Ну, вот такие вот есть у нас детишечки. Вот, ну ладно. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, до следующих встреч. А я домой пошел чай пить.